Итак, всем доброго утра. Продолжаем с вами серию работ. А именно греческую чистку, которая является сильной работой. Это древний заговор. Это передано мне через мою прабабушку от пантийских греков. Но я попросила Илону, вы ее знаете, она наша подписчица, для того, чтобы она исправила некоторые, скажем так, неточности, откорректировала этот текст для того, чтобы полностью передать правильность этого заговора. Поскольку переписанное от слов человека, кроме того, когда ты язык не знаешь, естественно, могут быть какие-то трудности. Спасибо ей большое, и это действительно очень нужная работа для наших зрителей. Я уже говорила, для чего я дарю вам различные работы различных этносов и культур. Во-первых, потому что очень может быть совпадение по, скажем так, по энергии. Очень может быть совпадение именно генетически, да, по крови. Одним словом, чем больше работ, тем больше вероятности, что люди найдут в этих работах именно свое, то, что им поможет выйти из какой-то трудной ситуации. Греческий язык довольно красивый, естественно, древний, архаический. Постараюсь произнести правильно, делаю ударение. Еще раз прошу и объясняю людям, которые лишены вообще такта и понимания того, что нужно ждать терпеливо текста. Имейте не только терпение, еще и уважение, пожалуйста. Я сказала, и я еще раз говорю, я выкидываю любого, кто начинает мычать под роликами. А текст, а чего вот текста нет, а вот когда, а чего не печатаете? Текст всегда набирается. В течение нескольких дней я набираю текст. Никому не позволяю набирать текст и ставить в форумах. Те, которые ведут мои каналы, прежде чем что-либо переводить на другой язык и выставлять у себя, спрашивайте моего согласия. Потому что просто так переводить и выставить, никто ничего не понимает, можно это простым людям или нельзя. Я понимаю, вы хотите сделать мне приятное, но получится наоборот. Поэтому будьте так любезны. Это все-таки мои работы, мой труд, мое имя. И неграмотный подход, медвежья услуга, она может испортить больше, чем помочь мне. Понимаете? Лучше выставить мой ритуал и субтитрами или переводом, например, закадровым, если вы хотите это сделать, чем коверкать и поганить мои работы вот подобными, как бы желанием мне услужить. Вы знаете, люди, которые так делают, потом говорят, вот она такая, сякая, я вот хотела для нее сделать, она вот так вот меня обидела. Вы поймите, пожалуйста, что вот это желание угодить иногда очень неграмотно, неправильно построенное, вот это желание угодить может навредить моему труду, а потом удивляйтесь, вот почему я приняла это не как должное, то есть понимаете, вы для себя создаете какой-то мир иллюзионный, а потом оказывается, что это совсем не так, что есть определенные вещи, за рамки которые переходить не стоит, и вот я уже оказываюсь нехорошей и плохой. Если я вас попрошу об этом, другой вопрос. Если я вас об этом не просила, значит, советуйтесь со мной. Как и что делать? Далее. Вам нужна восковая свеча черного цвета. Я говорила уже о том, что вы должны запастись черными свечами, поэтому
Одно и то же 100 раз повторять не буду. Зеркало. Самое обычное зеркало, которое можно поставить на стол. Здесь черное обсидиановое зеркало, это для практиков. Те мои ритуалы, которые даются обычным людям, их могут и практики провести. Понимаете, они могут посадить человека, над человеком это начитать. Они равносильны, просто проведенные обычным человеком и проведенные практиком, немножко имеют определенную разницу. То есть практикам проведенной, естественно, работает сильнее. Но эти работы можно применить как для себя, так и помогая людям, и давая людям дополнительно, когда вы с ними работаете. Тогда они будут, конечно, лучше получаться, и результат вас удивит. Далее. Две свечи, зеркало, благовоние, соль и вода. Читать нужно 4 раза, сидя и глядя в зеркало. После того, как вы прочитали, берете... Сейчас, секунду. 2 раза читайте, глядя в зеркало, заклинание. Потом сыпите соль сюда. И 2 раза читайте над водой. Идете, умываете лицо. Свечи должны догореть. На следующий день... Берете 4 монеты и спиртное. Водка, коньяк. Открывайте это. Выливайте немного под дерево. Оставляйте мелочь. И говорите: «Откупаюсь». И уходите. Проводим в темное время суток. Луна не имеет значения. Если будет иметь значение, я вам скажу. Сюда. Далее. Когда умываете лицо, протирайте подолом или ночнушкой, или в чем вы там будете, майкой, не полотенцем. Алтарь черный. Итак, начнем. 1 раз прочитаю, 2 раз уже с солью. Поскольку я 4 раза не буду читать, потому как памяти не хватит. Если будут неточности, вы уж извините. Но текст будет напечатан правильно. И кто владеет языком, тот проведет, естественно, точно, как надо. Но хочу вам сказать, здесь главное не произносить все прям, знаете... Слово в слово, буква в букву, нет. Здесь энергия языка, воздействие энергии языка играет роль. Поэтому здесь в основном акцент делается именно на энергию древнего языка, который вам поможет. Начнем. Эпикало топир. Эпикало зетон анемон. Επίκαλο ζέτας δυνάμις. Από τον τεσσάρων του κόσμου μερών. Ακούσον μου η μεσημβρία. Ακούσον μου ο Δύση. Ακούσον μου ο Ανατολή. Ακούσον μου ο Βορέα. Ο σιέντι μέλε νι ομίχλι ή έντο σκότο έντι ζόφο φάνιφι στιφί εναντίν ον μου και ακούε μου ως ουκ ελέγου ονόματι. Ως ουκ ονόμα ζου, ουκ έχων αρχήν ουζε τέλος. Ζία του τον του καπνών έρωμε. Ρε απ' έμου την καταράν και το μελάν.
симате, кетон, фонон, кетин, пениян, кето, монирес. Аммазе то капно, апенеге, перан, экс, орон, ке, экс, напон, эф, эктин, эримиян, ипо, мелеан, мелан, лифон, аполиоме, тон, тис, зиистихиас, земон. Πλήρωσον ον επικάλεσα και ως άνευ ονο, ονόματος ει, αλλά την ζει να μην έχεις του πλήρωσε ταύτα ή ούτως. Извиняюсь, если ударение неправильно ставлю. Но ничего страшного. Потому что в любом случае не знающий язык все равно правильно полностью не прочтут, как бы там ни было. Язык нужно знать, чтобы знать, на какое слово ставить ударение. Итак, берем соль, сыпем соль сюда. Вам нужно будет два раза прочитать, глядя в зеркало, и два раза прочитать над водой, ну так, чтобы вот губы прям коснулись воды. Ну, дыхание, да, так правильно. И читаем еще раз. Раз. Эпикало то пир, эпикало, эпикало зе тон анемон, эпикало зе тас дина мис, а потом тесарон ту κόσμου μερών, ακούσον μου ο Μεσύμβρια, ακούσον μου ο Δύση, ακούσον μου ο Ανατόλη, ακούσον μου ο Βορέα, όσοι εν τη μέλε νι ομίχλη, ή εν το σκότο εν τη ζωφό, φάνηφι στιφί, ενάντι, ον μου και άκουε μου, ως ουκ ελέγου ονομάτι, ως ουκ ονομάζω, ουκ εχόν αρχήν, ουζε τέλος, ζία τούτον τον καπνόν αρώμε. Ερε απ εμού την καταράν και τα μελάν σήμα και τον φόον τεκίν πενιάν και το μονίρες άμαζε το καπνό απενέγε περάν εξ ορών και εξ ναπών, ναπών εφ εκτίν ερημιάν υπό μέλαν λιφών απόλυμε τος της ζηστυχίας ζεσμών. Πλήρωσον ον επικάλεσα και ως α άνευ, ονομάτος αι, έλα την ζυνάμιν, έχεις του πληρώσε, ταύτα ή ούτως. Итак, четыре раза произносите. Оставляйте догорать, чтобы свечи догорели. Зеркало можете пользоваться как обычно, просто в этот же день не надо пользоваться, сразу уберите куда-нибудь подальше. Благовоние догорает вместе со свечами. На следующий день, если есть огарки свечей, выносите. Если нет, просто берете спиртное, можно маленькую чекушку коньяка или водки. Под дерево открывайте, выливайте половину, ставите, оставляйте 4 монеты и говорите «откупаюсь» и уходите. Если честно, вот прямо сейчас во время чтения ощущение такое, что вот как будто тебя за уши поднимают. Прям легко-легко становится, вот в глазах начинается легкость, по голове поднимается вот некое такое состояние, как будто снимают с вас, вот как вам сказать, как шапку, что ли, как что-то такое, как колпак с головы снимает, то есть легкость становится, она идет вверх и исчезает.
открываются глаза. Это очень сильная чистка, и я, естественно, рекомендую провести и провести правильно. Тогда вам это поможет. И, кроме того, эта чистка оздоравливает организм. Очень сильно оздоравливает организм, состояние души и убирает страх из подсознания. Оно на это нацелено, собственно говоря. Так что проведите, дорогие друзья, и благодарите греческий народ за их древность и за то, что они внесли огромный вклад в мировую историю, более чем какие-либо народы на этой земле. Хотя у них трагическая судьба, и империи очень много греческих было, и вообще период эллинизма, да и вообще во всех терминах мы используем в основном греческие слова. Помните фильм «Моя большая греческая свадьба», когда он говорит соседям: «Скажите любое слово, я вам докажу, что оно имеет греческое происхождение». Он прав. Всем удачи и всех благ. А Греции... Что Греция? Мира и процветания... И нового Александра Македонского, наверное, пожелаем. Давно пора уже нам. Ждёмся. Всем удачи.